Нариман, принеси вуаль. Нариман, принеси вуаль. Кемран, ты мой хафиз. Только мой. И больше ничей. Кемран, я твоя. Я жду тебя. Возьми-ка это. А платье, что на тебе, сожги, Минивер. Ты погубила мое платье. Очень жаль. И хоть бы подошло! Оно порвалось, я хотела зашить его. Минивер, и ванну мне приготовь. Кемран. Я не смогу так. Для тебя это так трудно. Очень. Не представляю, что им говорить. Я готова бежать отсюда. Возможно, я немного поторопился. Фаэтон наш еще не уехал. Хорошо. Камран Бэй? Фариде? Добро пожаловать! Добро пожаловать, господин! Джумала. Фариде! Фариде, с возвращением! Фариде. Наконец-то ты вернулась! Она вернулась! Ссылка. Я говорила! Правда, она вернулась! Пойдем, скорее! Скорее, вернулась! Ой, радость-то какая! Слава Аллаху! Снова приехали! Радость-то какая! Фариде вернулась! Да я в него. Как же я скучала без тебя. Приехала. Молодец. Тихо, девочка, ты наша дорогая. Как похорошела. Наконец-то. Добро пожаловать, дочка. Благодарю, дядя. Как твое здоровье? И сегодня душа не покинула бренного тела. Да дарует тебе Аллах долгую жизнь. Слава Аллаху, что ты вернулась ко мне. Ах, ты мое солнышко. Как я счастлива. Ненаглядная моя. Как же удачно мы приехали. А мы как раз ужинать садились. Теперь все вместе выйдем. Это уж обязательно. Садитесь за стол. Да?
Садитесь все. Садитесь. Если вы не против, я лучше отдохну. Я совсем не голодна. Давай сначала посидим, дочка. Немного. Дядя, я правда... Нам надо поговорить. Это очень важно. И с тобой, Кэмран. Кэмран, знаешь ли ты, что Фериде стала супругой Селимбея? Что? Клевета! Я видел документ, дочка. Я клянусь, что это ложь. Своей душой клянусь. Перед Всевышним. Кэмран, ты должен верить. Постой, Фериде, постой. Отец, это же просто смешно. Фериде ничего не знает, это же очевидно. Но я надеюсь, ты призвал негодяя к ответу. Начнем? Начнем. Начнем. Начнем воздавать по заслугам этому мерзавцу. Послушайте, Хафиз Эфенди, это какое-то грязное дело. И мне очень понадобится ваша помощь. Иначе я убью его. Выйду сейчас туда и убью этого подлеца. Упаси вас, Аллах. Послушайте, Фериде мне как родная дочь. Она бы так не поступила. К тому же в тот самый день этот прохвост обручался с моей собственной дочерью. А Фериде весь тот день была с моим сыном. Он сыграл с нами злую шутку. Уж не знаю, как он это сделал, но сыграл. Могло ли случиться, что у девушки имелись представители? Учитель, те записи я вносил. И я кое-что вспомнил. Нусрет Эфенди совершил данный обряд. Но представители уже жениха и невесты и правда были. Мне еще показалось странным, что представителей взяли оба. Левент Эфенди был представителем жениха. Левент? Я запомнил это имя. Теперь все понятно. Хафиз Эфенди, этот мерзавец, который сейчас в моем доме, не скажет правды по-хорошему. Да и я могу с собой не совладать. Помогите его разоблачить. Протяните время, насколько это возможно. А я тем временем пошлю извозчика за отрядом полиции. Не проводите обряд никак, так чтобы они не успели. Я очень прошу вас, от вас сейчас все зависит. Вы можете быть свидетелем. Хорошо. Пускай они собираются в гостиной. Аллах вознаградит вас. Что ж, идемте. Бисиме ханым, готовьтесь. Будем начинать. Сатерзаде Селим, берете ли вы в жены Неджмия? Беру. Берете? Беру. Берете? Беру. Обряд никяха незаконен. Что? Думаете, это было законно? Меня. Это ошибка. Я понятия не имею, о чем идет речь. Это уже Кадию будет виднее. Вы совершаете ошибку. На змея. На змея, клянусь. Я не виновен. Ты должна мне верить. На змея. На змея. Отпустите меня. Пустите. На змея. Пальто принеси.
Вот, господин. Спасибо. Едем же, малый. За ними следом. Да что же это? Что за людьми надо быть? Где их совесть? Когда речь идет о Левенде, о таких вещах, как совесть, упоминать бессмысленно. Она для него пустой звук. Скажи теперь, дочка, как ему удалось завладеть твоей подписью и обмануть тебя? Кямрану был вынесен приговор. Левент подошел, когда я раздавала листовки. Что он сказал? Он угрожал тебе? Подпись как выманил? Сказал, что он может тебя спасти. А на раздумье времени у меня не было, Кямран. Он организовал корабль, чтобы ты мог уехать. А взамен он потребовал моей подписи. Доченька, ты ведь не глупая. В тот момент важнее всего было спасти жизнь Кямрана, дядя. Я знаю. И, возможно, я сам сподвиг тебя на это. Вот что. Завтра в медресе расскажешь все так же, как рассказала нам. Кади и Фенди будет нас ждать. Да, Фарида. Расскажи им все подробно, ничего не утаивай. После этого уже я подам жалобу. Тогда он мне за все ответит. Как же, ответит он. Говори, что хочешь, но пока Селиму все сходит с рук. Как это? Ты не шутишь? Отец! В присутствии Кади Эфенди с ним случился припадок. Из пены у рта он метался по полу, как бесноватый. Твой главврач сразу выдал заключение. Кади Эфенди рассмотрел данное дело, и хотя преступление было налицо, и он сам это признал, могли ли они наказать того, кто не в своем уме? Конечно, нет. Селим сумасшедший? Селим. Селим, сынок. Это я, Фазыл. Я пришел осмотреть тебя. Уфтады, дай лекарство. Это ничтожество сделает все, чтобы избежать наказания. Ты прав. Но я знаю, что нужно делать. Докажи, что он не безумец, и этого вполне хватит. Кади Эфенди в этом случае готов будет сразу его наказать. Предоставьте его Аллаху. Разве не истина для нас главное? Этого мало, Фарида. Нам нанесено оскорбление. Этот мерзкий развратник поплатится за то, что сделал. Сынок, прошу, не заставляй нас жалеть о том, что мы сказали тебе, и... Что и, мама? Ты решила напомнить мне о положении твоей дочери? Я о нем помню. Она сообщница. Фериды, они оба оклеветали. Это же ясно, как день.
Отрицать будешь? Брат, уверяю, я об этом понятия не имела. Замолчи. Кямран. Молчи. Уходи. Уйди, видеть тебя не желаю. Вернулась так быстро, словно не уезжала. Королёк там была. Правда? У них любовь. И что же теперь? Ну и ладно. Я этому рада. Пусть Камран будет счастлив. И королёк пусть порхает в небесах. Пусть будет на седьмом небе от счастья. Ну так что же? Ты так легко говоришь об этом, Нариман. Разве может мне быть легко, Минивер? Но я все теперь сделаю, чтобы эта девушка стала идеалом для Кямрана. Такая чистая и безгрешная ангельская Фариде. Пускай он верит в нее так сильно, что потом не сможет простить. Ты что-то придумала. Разумеется. Ты думала, я проиграю какой-то девчонке? Я вижу, ты еще не легла. Молока попей. Тетя, я тебя очень люблю. Не знаю, удостоен ли я этого, девочка моя. Ты можешь простить меня, Фарида. Прости меня за все, дорогая. Тетя, прошу тебя. Я не хочу, чтобы, глядя на меня, тебя терзала совесть. Знаешь, я обняла тебя и поняла, как сильно я соскучилась по твоему теплу. Сынок, что бы ты ни хотел сделать с этим ничтожным мерзавцем, я надеюсь, ты не сделаешь этого. Отец, я могу и обязан постоять за семью. Не сомневаюсь, что ты можешь. Но вспомни, что сделал я. Я ведь не стал разбивать морду этому псу, хотя и жаждал. Скажи теперь... Как тебе удалось убедить ее? Привести обратно. Не думаю, что это моя заслуга. Вышло случайно. Понимаю, о чем ты, сын. Но все-таки упрямый козленок вернулся. Несмотря на все, что тут было, слава Аллаху, не верится. Я так этому рад. Отец. Что? Есть еще кое-что. Но поклянись, что оставишь это в тайне. Смотря о чем речь. Тогда не скажу. Забудь. Говори смелее. Клянись. Я клятвами не бросаюсь. Все равно скажешь. Тебе и так уже от волнения не сидится. Мы с Фаридой объяснились.
Вы с ней давно объяснились. Язык не изменился с тех пор. Отец, умоляю, я ведь не то имел в виду. А что ты имел в виду, мой львенок? Ваши сердца всегда говорили на одном языке. Вы не слушали их голоса. Но для меня это всегда было очевидно. Думаешь, если вы оба такие тугодумы, что лишь теперь поняли собственные чувства, значит, никто, кроме вас, ничего не видел? Что сказать? Твоя мать обрадуется, узнав. Папа, не говори ей пока. Пусть это будет между нами. А, ну раз ты так этого хочешь, будь по-твоему. Но теперь мне захотелось сладкого. Приятного аппетита. Спасибо. Похоже, Сифитенбей, ты в хорошем настроении. С чего же мне быть в плохом? Что ты, наоборот, я рада. А знала бы причину, еще больше моего бы обрадовалась жена. Расскажи мне скорее. Чуть попозже. Да ладно тебе, хоть намекни, о чем речь. Ну не молчи так, скажи. Если только манты приготовишь. Сама колфы не умеют, тогда расскажу. Сделаю, дорогой. А знаешь, как я поступлю? Я приготовлю твои любимые манты, но чуть позже. Немного подожду. Торопиться ведь не обязательно. Нагуляй сначала аппетит. Ну надо же. Знаешь, если проголодаешься как следует, ты мне все сразу расскажешь. Похоже, это тебе место в лавке бисиных. Ты лучше меня торгуешься. Скажешь тоже. Олах. Что, болит? Нет, затекла немного. Сейчас все пройдет. Давай расстегну. Сифитенбей. Что? Что теперь с Неджмией будет? Там видно будет, Бисина. Что можно знать наперед? Фариде. Фариде. Ты уже спишь? В моих глазах ты все та же маленькая девочка. Как ни крути. Та девочка, которую я любил с самого своего детства. Когда ты повзрослела, Фарида? Когда? Ты столько всего сделала, чтобы спасти мою жизнь. Как бы я сейчас не любил тебя, думаю, этого всегда будет мало. Я клянусь тебе. Что бы ни было раньше, отныне я существую только ради тебя одной. Сердце Кимрана бьется ради тебя. Ты должна об этом помнить.
бессовестна. Единственная. Нежме, ты встала, дочка? Мама, что будет? Со мной и с ребенком в моем чреве? Подумаем еще, как все решить. Они не простят Селима? Нет. И думать о нем забудь. Не произноси его имени вслух. Просто забудь о нем. И знаешь, не заговаривай о нем с отцом и братом ни в коем случае. Ты поняла? Вишневое варенье положу. Фариде его любит. Ой, как же я все-таки счастлива, что она вернулась. Хвала Всевышнему. Я вам знаете, что скажу? Одно ясно мне. Они точно вместе теперь. Кто вместе? Кямран Бей и Королек. Кто ж еще? Между ними что-то есть. Они улыбаются друг другу не устами, а глазами. Оторвать взгляд друг от друга не могут. Ага. Много ты знаешь. Что? Больше, чем думаешь. Уж я-то хорошо помню свою молодость. Ах, как мы с моим любимым переглядывались. Упаси их Аллах от твоей участи. Пришла помочь. Опоздала, доченька. Мы уже все сделали. Можно порезать что-нибудь? Конечно. Ай, ты моя... Ну, давай, давай. Порежь-ка нам перец. Ну, давай. Ты хорошо это делаешь. Порежь его как следует. Здравствуй. С добрым утром. Выспалась? А ты? После завтрака поеду в больницу. Дела есть. Потом, может, встретимся? Прогуляемся у ручья. Нельзя. Нельзя. Почему? Мы же влюблены. Отчего нам не прогуляться? И зачем ты все это говоришь? У меня же уроки. Задание на дом. К тому же мы с дядей едем в медресе.
Вы едете после завтрака и вернетесь задолго до моего прихода. А уроки мы сделаем вечером. Я помогу тебе. Ладно? Нельзя. И потом, мне не нужна твоя помощь с уроками. Фариде, не осложняй все так. Я помогал тебе раньше. Да, ты помогал. Но тогда все было иначе. Сейчас, когда ты рядом, все иначе. Почему? Не можешь думать об учебе? Еще как могу. Глупости. Сефетин, бей. Ты еще не встал? Что-то не здоровится мне. Я Кямрана сейчас позову к тебе. Не стоит. Ничего страшного. Кстати говоря, я замесила тесто. Ладно. Я попробую. Если вкусно, то расскажу. А, ну вот опять мы торгуемся. Сама же начала. Как там Нежмия? Грустная. Все время молчит. Доброе утро, Сетлюх. Ягненочек мой. Доброе утро. Отец еще не встал? По-моему, проснулся. Все прекрасно. Всем доброго утра. Прошу, господин. Садитесь, садитесь. Прошу вас. Садись, дочка, поешь. Нет, благодарю, я сыта. Хлебушек знатный. Для меня не найдется места? Конечно. Проходи. А ты чего сидит встал? Же, малый, не вставай. И ты? Давай, давай садись. 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 Что ты хочешь? На вот, держи, пей на здоровье. Неджмия Ханым снова не ела, чтобы внимание привлечь. Да. Значит, твое внимание я привлекла, Сютлю, да? Иди сюда и поешь с нами, болтунья несчастная. Приятного аппетита. Садись. Госпожа, ты не поверишь, что я узнала на рынке. Что? Селимбея-то в больницу упрятали. Что? Он умом тронулся. Мне этот Селим всегда казался странным. Обряд Никях ваш упоминали. И что говорили, Минивер? Рассказывай все. Помните, он на Неджмие собирался жениться. А тот, кто пришел совершать Никях, обнаружил, что Селим уже женат и жениться не может, и так далее. Выяснилось, что ваш обряд Никях фальшивый, и Селимбей сошел с ума. Кямран наверняка все поймет. Что мне делать, Минивер? Нариман, я узнала. Имя вдовы нигде упоминаться не будет.
Но суд будет наверняка.